родилась Данюша, я сразу поняла, что она для меня дар Божий. Она всегда была самой замечательной девочкой, красавицей, которой не сиделась спокойно на одном месте. Ее нежные и заботливые детские ручки всегда стремились помогать кошечкам и собачкам. Поэтому самой первой ее мечтой было быть ветеринаром. А неугомонная детская душа хотела танцевать, и не просто танцевать, а быть лучшей. Свое первое призовое место она завоевала, выступая с детским ансамблем «Лотос» на конкурсе «Бегемотика». Моей гордости и детской радости не было предела. А сколько было счастья в ее глазах, когда я расшила пайетками ее первый гимнастический купальник из кремплена. Как сейчас помню, нарядится моя доченька в мамины туфли и платья и давай танцевать под индийские песни из кинофильма. Большой спорт воспитал в ней волю к победе, научил ее себя ценить и уважать. Поэтому она стала призером Олимпиады. Через упорный труд, слезы и тренировки она расцвела в удивительную красавицу и умницу. И стала самой лучшей девочкой в мире. Когда она выиграла чемпионат Европы, то мы ждали от нее звонка. Первое, что она попросила в подарок свою заветную мечту, это розовые туфли на высоких каблуках. Мы ждали девочку, но Бог послал нам защитника и просто замечательного человечка, нашего Александра. Он рос честным, порядочным мальчиком. В нем сочетались мальчишеские забавы и любовь к пению. Однажды он пришел ко мне и сказал: «Послушай, мам, как я пою, и спел мне песню «Позови меня с собой». Эта песня сейчас остается его любимой. Мне есть чем гордиться. У моего сына во всем всегда был порядок. Он очень ответственно относится к своим занятиям. Еще ребенком он самостоятельно вставал каждое утро и бежал на тренировки. А когда возвращался, я кормила его его любимыми куриными котлетками и молоком. Друзья его любили, да и он был всегда душой компании. Наши дети встретились и создали новую семью, счастьем для которой стал Макар. Он появился в нашей жизни под звон осенней листвы и принес с собой счастье. Теперь в жизни моей доченьки появилась новая цель – стать самой лучшей мамой в мире. Мой сын стал замечательным отцом и мужем. Теперь у него своя семья, которой он гордится. Я верю, что вместе с Дарьей вы достигнете всех своих целей. Помните, что у вас всегда есть наши крепкие и надежные родительские руки, на которые вы всегда можете положиться.